Uno, dos, motherfucking three. It's time to flow. The scientific's back. Yo, what is that? Act like you know. If you pretend to think the scientist, you're a sitting duck. And if you're next to them, I get out of there for you ripped up. Or simply play like Lotto. See, my motto, no fresh G. And those out of control are get rolled up like a blunt. See, I spit the fucking Philly like I spit your door, you silly. Then I take out all the black shit like I take out all the white shit. I put in the word and put in the urban, then I roll it up. Before the second round, you're going down and won't get up. You flip me, you look for talking shit, but you ain't saying nothing. Prepare to get toasted like a fucking English woman. I believe in fair play, so hey, you get your turn too. I wasn't paying attention, oh my bad, yo, I burnt you. Scientific kicking lyrics can't be taken by no other. Are you dope? Your motherfucking damn Skippy peanut butter, but these brothers wanna plan. Damn, I can't understand, son. But sweat the other man, because you're I ain't the damn one. Чем я люблю изделия с постсоветского пространства, так это тем, что тут у нас идеальный контроль качества. Оба сантехнических сгона я купил в одном и том же магазине с разницей в один день, просто-напросто нужно было примериться, и я думаю, разница налицо. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. К слову о богатстве, два сантехнических сгона, 4 гайки обошлись ни многим ни малым 17 евро 76 центов. Ну а все эти железяки мне понадобятся для того, чтобы сделать латышские кайловеры. Идея максимально простая, я купил абсолютно новые передние стойки фирмы DACA, сделано в Германии, у меня также новые опорные подшипники, новая опора, тоже немецкие, Denkerman, и я уже сбил держатель отбойника, и на его место у нас установится сантехнический сгон. Тут у нас диаметр, по-моему, 51 миллиметр. Сантехнический сгон, кстати, заявлен с внутренним диаметром на 50, но он гуляет, поэтому о качестве мы в очередной раз промолчим, чашку отпилим, и опять-таки на вот это место у нас будет приварен сантехнический сгон. Что это даст? А даст это возможность регулировки пневмоподушки по высоте. Точнее, таким образом я подберу идеальное нижнее положение для пневмоподушки. Сейчас я все это дело соберу, отвезу ребятам в Венспас, потому что ребята в Венспасе займутся всей черной работой, они также промерят опоры для того, чтобы изготовить кастомные крышки для пневмоподушки. Подушек. Тут у нас появились амортизаторы. Кстати, на раллином появились трубки для гидроручника. Примерили наконец-таки ковш. Он пока еще до конца не закреплен, потому что тут нужно будет разобраться с полом, все это дело счистить, хорошенько обработать. Но я залажу, я до всего дотягиваюсь, так что крепиться он будет именно на этом месте. Появился гидроручник, он пока что еще не подключен, но уже закреплен. Также есть крепление для огнетушителя, и сейчас нужно будет снимать задние колеса, хорошенько все промерить, потому что у нас появится специальная пластина, которая будет держать второй комплект суппортов, который я, кстати, снял с дизеля. По переду тоже ждут изменения, все это дело покрасится, и я почему-то решил, что я не буду ставить передний бампер, а спереди появится так называемый башбар, то есть спереди будет башбар, который будет держать также панну, как это по-русски, ну короче панну, вы поняли, защиту днища. Вот таким вот образом выглядит раллийный на сегодняшний день. Мне еще нужно будет съездить на свалку и прицениться вообще, сколько же стоит, скажем так, металломатериалы. Потому что покупать металл в магазине, ну, как-то не по карману. Ребята все хорошенько промерили и через время прислали мне первые файлы. А именно, чертежи для передних оснований пневмобаллонов. Кстати, пневмоподушки я буду использовать польские, это Рубена, такое готовое решение, но мне придется пройти тот самый самурайский путь по переделке стандартных пневмобаллонов так, чтобы они bolt-on подошли на пятикрузер. Поэтому пока что обойдемся без вопросов, я пройду тот самый длинный тернистый путь, и уже потом я поделюсь, какие компоненты я использовал, с какими трудностями я столкнулся, и возможно за небольшой донат я также поделюсь чертежами.
Мерсовский компрессор делает вещи. Накачали колесо, сейчас выгоняем кабриолет. Ну и потом можно будет заниматься синим. Так хорошо он еще никогда не ехал. Короче, только я начал хвалить компрессор, как его выбило, но, как я понимаю, выбило предохранитель на моем мусорнике, потому что на Мерседесе все работает. Сейчас надо искать предохранитель, ну и пробовать качать дальше. По крайней мере, ничего не течет. И выехали мы без потери драгоценных шлангов гидроусилителя. Что, нужно ее помыть, потом кое-что примерим. Быстрый детейлинг водой. Скажу вам, что синий выглядит довольно достойно. Конечно, его нужно хорошенько отмыть, но выкатил я его сегодня только потому, что мой близкий друг Марис распечатал ливрею. И сегодня я хочу попробовать поклеить капот и вообще понять, угадал ли я с цветом, потому что пленку я покупал больше года назад, она провалялась в печатке, и я уже, если честно, забыл, как она выглядит. Как вкусно пахнет спиртик. Самое интересное во всем этом деле — найти, где на что, потому что понятное дело, что мы нифига не промаркировали. У нас пописалки. Тут еще возможно дело в том, что капот не совсем-то и ровный. Так, но, как мне кажется, надо чуть-чуть вниз. Сейчас, короче, все настроим. Короче, походу я мастер-фломастер. Сейчас возьмем банковскую карточку, потому что ракель, что я забыл. И будем все проклеивать. Ну, а спонсор на сегодня у нас магазин Рими. И, соответственно, карточкой мы выдавим весь ненужный воздух и всю ненужную мыльную водичку. Ребята из Рими, вы смело можете со мной связаться, подогнать мне там, не знаю, пивасика. Короче, у меня нет слов, я просто представляю, как будет выглядеть машина, когда она будет полностью поклеена. В этом ролике я бы хотел сказать огромное спасибо своему бате, который максимально сомневался, но уже через время вместе со мной обклеивал мою машину. Также огромный привет летит Марису, который в свой выходной подорвался, подготовил пленку, все это дело привез, ну еще потом консультировал меня по телефону. И, конечно же, огромное спасибо каждому за просмотр этого видео, огромное спасибо за поддержку. До новых встреч, всем мир!